Вот такое вот статичное расположение зоны для остановки спортсменов не является, ну, чем-то таким-то актуальным. Поэтому мы после каждой гонки будем менять конфигурацию финишной зоны, конфигурацию зоны для остановки, расширять, увеличивать, сокращать. Все, лишь бы финишная бригада не осталась без работы. Здравствуйте, дорогие телезрители! Ну что ж, мы снова на Морозной, и первые наброски будущего финиша. Красота будет неописуемая, пока установлены маты в черновом варианте. Сейчас ждем главнокомандующего, дабы он одобрил, и уже будем доводить. Ну как дела? Все хорошо. Сегодня отличная погода, идеальная для заливки. Вода хорошо проникает в склон. Сегодня мы сделаем неплохой объем. А сколько осталось до финиша? Ну, до финиша осталось метров, наверное, 1000. 1000 метров. Да. Ну, сегодня планируется хотя бы метров 500 сделать точно. На пологом участке процесс быстрее идет? Да, на пологом участке гораздо проще передвигаться. И еще на данном участке есть заужение, мы можем лить вправо-влево, да, без перемещений. Скажи, сколько человек работают на заливе? У нас работают две бригады по 4 человека. Два человека возле конца и два человека передвигают так называемого нашего удава. Ладно, удачи. Спасибо и вам хорошего всего. Ну что, готово? Добрый день. Сегодня у нас была тяжелая задача. Вот. У нас есть финиш по болгарской системе. У нас есть трасса по татарской системе. Мы сегодня выставляли старт по алтайской системе. Вот это все надо привести один к одному. Пока все удается. Доброе утро. Доброе. Расскажи, чем сегодня занимаетесь? Сегодня катаемся по 8-й опоре. Тренируем супер, так прикатываемся к стартам. Ответь нам, пожалуйста, как состояние склона. На первом заезде что-то какая-то непонятная мелкая крошка была. Я так понимаю, склон переделали, потому что он был ледяной буквально недавно. Его переделали, но сейчас подрашкреблось, вроде нормально уже. Отлично, ну удачной тренировки. Спасибо. Неприличная. Ну, что поделать, у нас идет заливка, а тут у нас и ветер есть, и другие явления, так что иногда попадает все вот так вот, все во льду. Ну ничего, главное, что заливка идет полным ходом. Осталось немного? Я надеюсь, что немного. В принципе, мы укладываемся в планы, и спортсменам будет очень хорошо. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем слиперам и трассовым службам. Мы делаем все необходимое, чтобы
вам было вообще замечательно. Чтоб вы надолго запомнили это.